Приветствую всех, подписончики, с вами опять Саша Джиггернаут. Играем мы на этот раз на карте Полигон на легком танке. Да, Хорирель, это чуть ли не самое-самое популярное сочетание, которое есть в танках онлайн. Ну, во-первых, оно киберспортивное, вот. Ну, а во-вторых, ну, просто она как бы и для паркура подходит, и для каких-то битв. В общем, универсальное сочетание, просто вот ко всему можно абсолютно подобрать. Вот, а у меня, кстати, модификация М4. То есть у меня рельсы М4 и Hornet М4, и поэтому мы будем, ну, чуточку так преимущество иметь. То есть будем наносить большой урон, будем побольше шариков твинса выдерживать. Твинсов тут, кстати, много. Одел я краску Prodigy по одной простой причине. Я не люблю, когда меня сносят рельсы. То есть рельса, она имеет один большой разовый урон. И, как правило, он, ну, не дает завершить какую-то атаку или выполнить какое-то действие. То есть по вам вот вдарили, и все, и вы с этим ничего поделать не сможете. Вот. Ну и как бы я вот решил, чтобы от этого избежать, то есть этих всяких нежданчиков со стороны релек. Вот, и поэтому одел Prodigy. Ну, как я смотрю, рельс тут нету. Вот, и думаю, надо что-то предпринять, одеть какую-то другую краску. Вот, мы сейчас помогли. Да ладно. О, все, доставили. Да ладно, возвратил, как так? Там же доставка была. Ой, слушайте, что-то у нас тут мясо прям. Так, ой-ой-ой, жига-жига. Ай-яй-яй. Да. Все-таки твинсик сейчас увезет флаг. Не понимаю тут вообще, как рез происходит. То есть что-то тут, знаете, странно. Так, давайте поможем нашему вулкану. Тут, знаете, все безбожно нарят, только появились. Оп, сразу ДДшечку, ДАшечку. Хлебом не корми, дай понарить. Так, давайте ДДшку брать не будем, потому что мы скоро сгорим. Пусть лучше возьмет этот диктатор. Так, а вот эту норму все-таки отожрем, потому что вряд ли тут поедет кто-то из наших. Скорее всего, тут вражины будут. Так, дали мы по молоту урон. И спрятались. Сейчас мы его даже добьем. Вот так вот мы из-под тишка. Но сейчас нас рикошет размотает, да. Но все же мы свои 5 копеек вставили в этот бой. Мы слили молота на одном хп, грубо говоря. То есть это 1% считается. Так, опять эта жига, как она меня бесит. Я вот сейчас одену Зевса, и она мне ничего даже сделать не сможет. Воу, смотрите, прям на фулке. Твинс на фулке. Но это, знаете, это опасно. Это что-то из ряда совершенно это. Как там? Совершенно опасно, хотел сказать. Совершенно секретно, да. Брутальник. Не дам флаг. Не дам. Так, ну, 5 копеек я попытался вставить. Не знаю, помогло это или нет. Ну вот, твинс вроде уходит. Да. Вроде не без этого. О, сейчас вернем. Вернули. Все. Кто красавчики? Мы красавчики. Мы вернули флаг. Так, правда, вражины тоже вернули. Ну да ладно. Сейчас мы... Так, урон не потому я дал. На рельсе лучше давать вот такие вот дальние урончики. Так, стибрили флаг. Давайте-ка понарим сейчас нетрой. Все-таки испытаем удачу. Жига. Оп. Сейчас наверху флаг будет этот. Так. Нет, не получилось у нас продержать. А не было абсолютно рядом союзников, кому бы можно было бы скинуть. И поэтому, вот, знаете, такая безысходность. Но я держал флаг как мог, то есть прям до самого последнего, до почину, до конца. Вот, ну, знаете, надо что-то делать. Я пойду все-таки одену другую краску, потому что тут рельс просто нету. И я, знаете, ну так, не по погоде, тут одет серьезно. Вот. Вот Зевс.
Нормальная защита, думаю, в этой битве для меня будет. Так, немножечко лагает. Все нормально. Так, что-то у нас твинс. Вот, по твинсу мы вдарили. Думаю, сейчас наш вулкан добьет твинса. Ага, вот тут еще один вулкан вражеский. А, знаете, выгодная позиция будет стоять и кемперить сверху. Думаю, мы так и будем делать, пока нас... Вот, видите, появился твинс и начал нас выкуривать. А молоту как бы на нас вообще пофиг, он даже внимания не обращает. Ну, мы по нему вдарим свои 5 копеек. Так, у нас счет, кстати, 11 тысяч и 11 минут до конца боя. Так, фриз, не дам. Ой-ой-ой, дал. Дал уйти. Нет. Тебе нельзя доставить. Ах ты ж, жук. Так, все. Не дам. Жучара, убейте его, убейте срочно. Убили. Так, все. Нормик. Вот там, смотрите, очень хитро встал викингов рейс на вражеской базе. Прям за флажком, вот, чтобы такие вот нежданы были. Чтобы люди думали, а сейчас флажок доставим, а тут бац. И наш этот союзник. Так, твинс. Да, все-таки вдарили мы по твинсу, убили его. От меня тут мало у кого есть защита, и поэтому мы будем иметь, ну, кое-какое преимущество. Сейчас вот пожиги вдарим. У них там кто-то в минусе валяется. Хори Фрис вроде. В Зевсе. О, смотрите, какой у меня удачный респ. Сейчас главное 5 копеек вставить. Так, у них уже Батхёрд. А тем временем Твинс. Ой, не Твинс, а этот. Фрис добирается. Оп. Так, ну меня, конечно же, они размотали. Но все равно, видите? Во, смотрите, мне прям везет на респ. Так, не палят. Ах, все-таки прицел мне сбили. Так, ладненько, спрыгнем. Вот тут как-то вот так вот мы сыграли. То есть, пока я отвлекал твинца и молота, они по-быстренькому увезли флажок. Ну, думаю, не все потеряно. Так. Сейчас мы вдарим. Вот. Все. Минус еще одна вражина. Так. Дали мы по нему рельку. Все, теперь он вынужден будет аптек. А там еще и наш фриз респанулся. Ой, хорошо. Еще один фриз. Сейчас мы их... Так, дал рельсу. Дал рельсу. Эх, че ж ты... Эх, что-то у них твинс прям хитрый, прям обдурил нашего фризика. Потерял флаг. Неужели возврат? Возвратил вражеский. Ес. Наш тоже вернули. Отлично. Просто шикардос. Так, у нас тут небольшой паркур. Ну да ладно, фриз сам виноват. Упал как-то не по-русски. Так, по твинсику мы дали свои 5 копеечек. Так, у них тем временем на базу едет флаг доставлять. Так, бац, все, отличненько. Так, у них сейчас там молоток. Вот, молоток меня, конечно, напрягает, да. Ну, вдарили мы по молотку урончика. Сейчас не знаю, как это сработает или нет. Дали мы еще по нему урона. Все, тем временем там пока... Так, не знаю, вернут или нет. Ах, доставили. Обидно как. Ну ладно. Так, сейчас надо отожрать вон ту ДАшечку. Оп, вот у этого танчика толстого. Все. Так вот. Так, сзади нас будет агрить твинс. На ДДшке еще. Да, мамонт пытается увести флаг. У него, мне кажется, ничего не получится. Его встречает Жига и Рикошет. А у него есть аптека, отличненько. Так, Жигу мы ему помогли снести с дальнего расстояния. Ну и как бы у меня счет 9-19. Ну, все равно, свой вклад я в битву приношу. То есть, пусть я легкий корпус, но зато я
умею быть везде и всегда. Ой-ой-ой, сейчас флаг доставят. Сейчас доставят. Ничего не успею сделать. Эх. Эх, нет, нет, не успел, не успел. Я, ребята, два флага, у нас разрыв всего лишь осталось до конца боя 7 минут. Уф, не знаю, получится у нас или нет. Сейчас попробуем помешать вражескому флагоносу. Да, дали мы по нему рельсу, сейчас его встретит наш фриз. Сейчас, 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 сейчас. Блин. Твинс. Жук нарный. Неужели никто не помешает? О, фриз респанулся. Давай, 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 братан. Братан, когда меня отпустят? Да-да, что-то нас разносит, что-то мы поплыли. Ребята, ну неудачное я, конечно, сочетание выбрал. Хори рельса, тут катка идет плотная, то есть нету такого, что дальний бой. Тут постоянно, постоянно мы в эпицентре событий, постоянно нас кто-то гасит, морозит, стреляет по нам с молота и как бы... Не имеем мы никакое преимущество даже на Хори рельсе М4. То есть тут в основном тащат оружие средней дистанции и ближнего боя. Вот так вот я вам скажу. Так, ну попробуем, попробуем, ребята, отыграться. 6 минут до конца боя. Попробуем мы все-таки сейчас свои 5 копеечек вставлять. Тут давать разовый большой урон. Вот, допустим, вот сейчас мы Жигу слили вражескую. Так, возвратил флаг. Я надеюсь, что доставят. Просто, знаете, надеюсь. О, доставили, молодцы. Так, сейчас там Жига. А мы от нее вот так вот убежим. Ой-ой-ой, еще одна Жига. Бух. Ой-ой-ой, не успел аптеку взять. Да что ж ты. Вот миллиметры буквально оставались до того, как взять аптеку. Ну, жалко, жалко. Ладно. Так. Сейчас там будут брать флаг. Опа, дали мы урончик по флагоносу заранее. То есть без боя мы его просто так не оставили. Так, сзади молот. Ой-ой-ой-ой, какой плотный замес. Бух. Плотный, очень-очень плотный замес. Так. Оп, перевернули лалку. Да, все. Это называется отдыхать. Так, тем временем у нас на двойных увозят флаг. Ладно, сейчас попробуем, попробуем вот так вот по нему вдарить. Все, флаг мы вернули. О, а у нас тем временем голдик, ребята. Ну, так как я на легком корпусе, у меня отключены точки, где выпадает голд. Или включены даже. Ну, в общем, думаю, у нас вообще без шансов будет. То есть, я не голдолов, мне не везет, то есть, я... Не могу найти то место, где он выпадает. Вот. Ну, ладненько. Так. Где же он выпадает? Эй, голдик. Он наверху, что ли? Да, вот он наверху. Там он был на крыше. Все на него отвлекаются. Вот, только сейчас взяли этот голд. То есть, упал он вроде бы давно, но взяли только сейчас. А сейчас надо жесточайшим... О, вот красава, фриз так поставил минку. Надо жесточайшим образом сейчас равнять счет, потому что осталось 3 минуты, разрыв в 2 флага. Вот, я взял ДДшку. Ох, не попал я по Жиге. Хотелось бы попасть. Так, по кому тут вдарить? Ой-ой-ой, опять я ни по кому не попал. Да что ж ты... Делать-то будешь. Так, ладно, у меня пока ДДшка. Сейчас твинсика сольем. Так. Так, так, так. Оп. Так, по рикошету мы дали ДДшку. Сейчас. Да что ж ты. Доставь, доставь, пожалуйста, доставь. А, сзади твинс на ДДшке. Да ж, жук ты. ДДшный. Ну, слушайте, все очень плохо. Мы не успеваем реально... украсть два флажка. Тут жестокие просто у нас идут размены. И опять же, ну, тут скорее всего, наверное, моя вина есть в этом, потому что, как бы, я зашел на хоре рельсе, у меня не самый лучший УП на этой карте. Вот, и поэтому, как бы, ну, мы сливаем. Вот что я вам могу сказать. Вот так вот я перевернул зато флагоносика, вот так вот дал по нему урон, вот так вот сейчас я вернул флажок и, как бы,
Ну, нормально, нормально. То есть свой вклад я сделал какой-то. То есть, чем, как говорится, чем смогу, тем помогу. Так, 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 так. Прятаться, прятаться срочно. Ой, нет, нет. Жестоко лагает, и еще тем более этот твинс на наре. Вот была бы у меня сейчас нара, ох бы они у меня поплясали. Я бы сейчас одел фриз в своем 4. Или того хуже, пулемет. Или рикошет. У меня вообще много что есть одеть, помимо рельсы, и как бы задать им жару. Ну нет, ребята, я этого не делаю, приходится огребать от твинсоидов. Так, ой-ой, там вражеский, братан. Да ладно, доставлю. Брат, да блин, ну ребята, ну вы что? Лагает-то как? О, все, диктатор взял наш флаг, подцепил. Сейчас будем надеяться, что... Ай-яй-яй-яй-яй. Бух! Нет, все-таки моя доставка не прошла успешно. Пытался я, ребята, пытался, видно, то есть, как бы, просто так у меня, знаете, ничего не проходит, то есть, попытки есть все равно. То есть, последние минуты, а все равно, изо всех сил рву и дру. Деру, надо правильно говорить, а не дру. Так, ну, все очень плохо, ребята. Опять же, повторюсь, процитирую себя. Молот у нас увозит флаг на Нитре. Ну, думаю, его там встретят теплым приемом. А, нет, его не встречают. Он, тем более, скушал аптеку. Так, сейчас надо его срочно ловить. О, нет, нет, ребята, он доставит. Ему никто абсолютно не помешает. Ни твинс, который его догоняет, да, никто. Ну, как-то так, ребята. О, вот это я пошел. Эх, эх. Вот была бы у меня сейчас... О, вот, твинс подцепил. Хорошо. 27 секунд. Ну, блин, нет, ребята, не успеем все-таки. Ой, да ладно, счет-то за нашу пользу. Ну, ничего себе. Это когда это я... Проворонил тот момент, когда счет в нашу пользу стал. Блин, вот не знал, не знал. Приятно, приятно такие моменты. Когда вроде думаешь, что безысходность, а тут бац, и вы выигрываете. Ну, вот так вот, в общем-то, ребята. А если вам понравился мой ЛП, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Саша Джаггернаут, увидимся.